сегодня сделали себя почетными зрителями. Вы себя сегодня сделали, как вам сказать, настоящими свидетелями того, что сегодня произошло в этом театре. Сегодня академический орденоносный государственный театр имени Моссовета вместе с вами открыл 93-й сезон. Перед вами часть великолепной, талантливой команды, я не могу сказать слово труппы, команды, коллектива, ансамбля, оркестра во главе режиссер-постановщик этого спектакля Римской комедии Павел Хомский, он же художественный. Yeah.